Избирательные участки Лангепаса на 70% готовы к предстоящим выборам. На каждой из 20 территорий есть автоматизированные рабочие места для членов избирательной комиссии, подключены стационарные телефоны, определены помещения для голосования. Напомню, площадками для избирательных участков стали муниципальные учреждения города. В основном это школы и организации дополнительного образования. 30% это осталось завести технологическое оборудование, но мы его завозим накануне дня голосования. Технологическое оборудование, которое присутствует на каждых выборах, это кабинки для тайного голосования, это обязательный атрибут избирательного процесса, да, это стационарные ящики для голосования, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала, это переносные ящики для голосования вне помещения. Также нет еще избирательных бюллетеней, мы их будем получать 6-7 марта по графику в городе Сургут.